Здравствуйте, меня зовут Яна. Я представляю школу русского языка в городе Калгари. Получилось, что мы приехали в Канаду, и моему сыну был всего один год. И первый язык, на котором он стал разговаривать, стал английский. Мы очень перепугались, потому что, несмотря на то, что дома мы разговаривали по-русски, он абсолютно не разговаривал по-русски. И чтобы как-то развить и поддерживать русский язык, так как это наш родной язык, и мы, конечно, хотели бы, чтобы наш ребенок тоже говорил с нами на одном языке, мы отдали его в русскую школу. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок сохранил и развил русский язык, приходите к нам в школу. Возраст учеников нашей школы от 4 до 12 лет. Мой ребенок, сейчас ему 4 года, он с удовольствием посещает эту школу. Очень много изучает, познает. Я даже могу сказать, что в понедельник мы уже начинаем считать, когда же будет суббота, чтобы опять пойти на занятия. Приходите к нам, мы вас ждем!